Привет. Привет, сыночка, заходи. Что ты там делаешь? Кися тебя встречает. Кися встречает? Да. Ты что, жаришь что-то? А? Жаришь что-то? Нет, я поставила чайник. Да. Я поставила чайник, это вот. Что? Голову мыть, потому что нету воды горячей. Как нету? Киев, столица, батареи еле-еле. Квитанции потирают. По оплате горячей воды приходят такие, что... А, ну, я ж тебе говорю, воды горячей нету. А у меня почки схватили, я ждала, вчера не было воды горячей. Да. Вот, и я ждала, что сегодня включат, и сегодня. Да поставь бойлер. Не включили. Вот, ну, он мне нужен. Он и за горячую воду платить не будешь. Да у меня горячей воды вообще там полкуба набегает, а может и не набегает. Только да. Посуду мою и помоемся. Угу. Я ж не плюхаюсь особенно. Иди, Сонечка, соты. Ух, что такое? Протянула. Соты. Какая разница, какие там шорты? А те такие в обтяжку, велосипедками. Да? Да, не люблю таких. Ну, на дома ношу велосипедки. Угу. Вот. Меня что-то вот это почки тянут. Чего? Не знаю, это ж после коронавируса, наверное, пошло обострение какое-то. Ну, короче, я вон пью Ролисан на сахарок. А кто тебе его приписал? На сахарок. Когда-то мне доктор приписал, на сахарок накапаю, и я думаю, что пройдет. Я это... Ну, так уже меня это сомкнуло, что я уже двигаться не могу, не то, что там... Так ты бы сходила к врачу, узнала, сдала бы анализы. А ты лечишь непонятно что. Ну, не, ну я знаю, где почки. Почки у меня, ну, это что у меня может быть? Ну, если вообще уже не смогу шевелиться, я ж еще и на работу хожу, не хочу идти на больничное, потому что некому работать... Кого-то отстранили от работы, прививки нет. Кто-то уволился, прививку не сделал. Короче, некому работать. Поэтому я даже на больничное не иду. Мне так плохо. Хожу на работу. Ну, это же почки, это же не грипп, не... Откуда ты знаешь? Ничего. Или сама себе поставила диагноз? Не, ну я знаю, что это почки. Не могу ни наклониться, ничего. Именно с двух сторон у меня болит. Поэтому пью вот на... это и сейчас на витамины налягаю. Вон витамины пью и вот эту штуку. Держи. Что это, сынок? Опять конфетки. О-о-о! Эта болячка быстро у меня пройдет. Ты же любишь Лукас? Ну я да. Я тебе Лукас и принес. Ой, это они там с семками вкусные. Ну ладно, потом открою. Картон собирать. Хватит мне полторушка? А? Борисовна, хватай мне да. За платежки. Что там, батя, как дела в тебе? Нормально. У меня, видишь, какой калькулятор. Мама, тут вода подсчеты. Работает, хорошо, крупно видно, все, набираешь тут любые циферки. У тебя в телефоне есть калькулятор. Да, ну в телефоне там долго, а тут раз себе включил. Вот, и у меня еще такие штучки есть. А, кстати, еще... Цей калькулятор же треба давно, знаешь, куда? Мне надо... Машину заказать 500 гривен стоит фура. И на барахолку. Иди ты! Что? И на барахолку калькулятор... вывезти, поставить там на точку. Нет, это мне надо. Я себе достала, сразу посчитала. И распродать. Ой, сейчас уже никто ничего, наверное, не покупает. Нет. Вот. Смотрю, что это вот. Телефоны пооставались у нас старые. Что их кто-то купит? Никто не купит. А кому мне надо? Их только на Алом принимают. Да, Кисюлька? Так, калькулятор спрячу на место. Прячу. Что там, кого выглядываешь? У меня еще вот, смотри, сколько я есть. Я выглядываю, блядь. А такие дочери, да, что страшно. Ломаного серебришки. У меня голова промокла страшно. У тебя? Конечно. Там такий ливень. Еле добег до вас. Это ливень бы. Да там побачил бы. Там лье из ведра. Вот это насобираю еще. Что там ты принесла? Серебра. Давай. И потом сделаю тебе ложку. Какую ложку?
Вот это... А зачем мне эта ложка? А, это машина раздавила такое, кольцо кто-то потерял. А это нашла? Моя сережка, да. А одну такую я потеряла, когда ходили на елку, на коляду. На, зачем на мне? Вот, это все мои обломки. Видишь, тут камушек потеряла, уже не могу. За такого хлама на барахолке полно. Так это... Ну, конечно, серебро. Да, это серебро, я его сдам. Куда? А потом на ложку обменяю, на лом. А ложки куди подіваєш? А ложку? Скажи ложку одну. Ну, а ти ложки куди ти подіваєш? Та йому подарю. Кому? У неї що, запаси ложок є? Да. Йому подарю. У неї є ще серебряна, малюсенька отака ігрушка. Ну, є сім'я, хай собі піде і купить. Ну, я ж не пользуюсь. Ну, звісно. Все, синочки буде. А он не хочет брать, у меня там есть ложки и вилки. А мне зачем? Ну, не хочешь, не надо. А внукам будет. Мене вони по дизайну не подойдут. Ну, внуки не подойдут по дизайну. Не, не внуки. Да, точно, внуки не подойдут по дизайну. Внуки подойдут по дизайну. Та ставь ее на стол уже, доковыряй. Позаглядывай, там что-то есть вкусненькое. А что там? Он копилку не может открыть. Давай я тебе помогу. Ковыряет ее. Тут наклейка, это крышка снимается такой. Оп. Оп. Ну что? Ты мне тут копилочку погнул. Ну что там ей нема, эти копилочки? Ты типа будешь туда что-то закидывать. Все равно выкинется, да? Не, вот это пойдет на металл, это не выкидывать. Нет? Нет, это железка. На цветной металл? Да, на металлолом все. Ничего не выкидываем. Ищи, там есть вкусные конфеты. Я две штуки съела. А что ты хочешь? А зачем им эти конфеты? Ну, тоже мясо сладко. Лучше. Давай мясо. Он сладкое? Есть сало? Я сало хочу поесть. Сало? Да. Принести тебе? Знаешь, где сало? Да. На базар пойдешь, там есть сало. Я, кстати, ему тогда не дала, сейчас я ему пару кусочков дам сала. Да не, мне сейчас, до дома не надо. Я сейчас хочу покушать. Голодный, что ли? Ну а что ж, я прихожу до вас поесть, понимаешь, у меня дома нема что жрать. Да. У меня пустый холодильник. Ну а что, Мила не может наготовить, чи что? Так нема продуктов. Мила, хай наготовить, что ж ты тут пришел вот этого. Не, да продукты есть, но. Баночка сала, полторашечка. Сейчас тебе дам. Это я так в мешочек засунула, чтобы оно засало. Не желтело. Ну. Оно будет всегда белоснежное. О. Да, я тебе дам это свежечок. Сало. Посолила. Да, вот это капец. Что? Доставайся горилки. Сало. Горилку вредно, на Новый год горилку. А ты возьмешь его... Да нет, зачем мне это сало? Поперчишь. Ну ты ж хочешь сало, я ж тебе тогда не дала. Не хочу этого сала. Да ты хочешь этого сала, я пошутил. Ты пошутил, блин. Ты ну чего? Ладно, давай и дам, вдруг захочешь. Я не надо, спасибо. Ну, я якось в сільпо зашел себе взял 100 грамм. Это было раз в рік. Шо? Ну захочешь, так придешь, скажешь. Хорошо. Батя не хочет пока сала. Вот эта баночка про запас. Я ее так, видишь, в мешочке она. Да, это мешочек, хиба он там спасет это сало, если конечно, впадет, то хана ему будет. Все спасет, ага. Потом занесу. Это откуда сало? Ну это ж подруга мне передала. У меня друзья кормят. Блин, серебришко потеряла. Как это я? Ну, так вот. Не слышала, что оно у меня гохнуло. Друзья кормят. Накормят, и еще раз дадут друзья-то. Я еще не бачу никакой, таких друзей, как это меня кормили бы в жизни. Съешь конфетку, подобреешь. Вот таких, как им дай постоянно, о, это да. А нема таких, я не знаю, что... Ну так это у тебя, ну все люди разные, у меня есть друзья. Это я просто даю, да? Да, и которые просто. Я им даю, я им не даю. Приходят просто и на тебе, и машинами везут. Я их угощаю, и они меня угощают. У мамы взаимный обмен. Да, взаимовыручка. Вот, блин, у меня же очки есть. Хочу найти, о, вот эту я. А ты что, ну конфеты не наедаешься, мам? У меня не было просто конфет. Я тебе принес, чтобы ты их поставила и на елку потом кушала. Ну, сейчас. Ну, зараз начнут почки болеть, понимаешь? Там она уже съела десяток. Зараз почки начали болеть. Сейчас начнет сердце болеть.
Да. Еще и таких... А потом что надо будет? Красивенький. Зачем тебе эти конфеты? Я повешаю на елку, а Китя будет снимать. Или батя ночью будет снимать. Я ей скажу сходить до врача и сделать УЗИ. Нет, я говорю это. Зачем ей это УЗИ? Ну, а что, что ней там болит? Мне еще болит? Да. Мне все болит. Кто болеет? Та Борисовна. Кто... Ты видишь, как он на мне хочет сэкономить, на УЗИ не дает денег. Да, это и нам на УЗИ. Да не, у меня пройдет оно. Это от коронавируса у меня все пообострялось. Видит, я даже ходить еле хожу. Ну, бегаю через силу. Да? Да. Ты иди прививайся, блядь, ты не будешь болеть. Ну, так мне сейчас нельзя прививку делать. Чего ты не сделаешь? Аж в феврале. Потому что у меня там антитела. Какие там эти тела-то, блин? Ну да, 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 с февраля. С 1 февраля нам может прививаться. Кстати, все по-разному переносят коронавирус. Он и до сих пор жалуется, что у него нюха нету. Кажется, нету. Есть? Нету. Говорит, у меня дым стоит и все в носу. Да. Я говорю, это, наверное, от того, что съешь апельсинку. От того, что горилку пьешь, да? Ты дым нет, стоит. Нет, от того, что куришь. То при чем тут дым стоит? А я его в мусорку выкину. Кого? Да, есть там. Электронная такая сигарета. Все, все повыкидывал. Выкину, да. Ну вот кто-то найдет. Да я, кто ее найдет? Я в урну. Кто-то найдет. Че оно надо? И что, уже не будете курить? А зачем оно надо? Гадости. Погано, блин. За кому оно надо, эти сигареты? Мило пихтит. Ніхто не пихтить. Стоїм, то я не бачу, як ти не пихтиш, блядь, вугоїти. Ну. Так, бача. З милою на пару? Нет. Зачем ты нет. трогаешь детей? Не ну, пару. Они вот взрослые дело, люди. Пару, только по праздникам. Я понял. Они взрослые люди. Ты уже, себя забыл? Уже батька перещеголял. Нет, батю еще никто не перещеголял. Батю, наверное, никто це не перещеголял. Не то, что это. Батя сколько не выпьет, идет солдатом домой. Это уже хроний, понимаешь? Кто? Как раз. Семья Яскобаровских тут. Таке не моя от імена. Да, да, да. Сім'я Хронов. Да ні, ми тільки по праздникам. Ну, слушай, а що ти в ці вихідні робиш? А що ти хочеш? Ну, це ж вихідні буде Миколайчук. Ну. Давай поїдемо на цю птичку. А там що? Купим подарочок. Бери батю, удава привезу. Купим подарочок під ёлку. Куда? У змію чи що? У мене нету этого. Бумаги. Нет, это год тигра. Но тигра я не купим. Я с хаты не выхожу, только мы можем купим пищу. Тигровую лягушку. Да? Маленькую такую, она нас не объест. А зачем она надо? Нет, надо еще одну крысу купить. Вот именно. Вот именно. У меня три. О, кстати. Но вы же старенькие. Мама говорит, что они же скоро уйдут нет, мириной. Еще да, не уйдут. Так что надо замену. Вчера с сотрудницей говорила, я же ей малышонка подарила в 19-м году. Сотрудница ребенку. И что? Вот, она говорит, Свет, твои крыски живые? Говорю, конечно, живые. И наш, говорит, растет и радуется. Говорит, три хомяка пережил. Говорит, хомяки покупали, крысенок был раньше, а потом они поехали через месяц, купили хомяка. Так уже, говорит, три хомяка померли своей смертью. Ну, вот эти крупные хомячки, они там вообще по году живут. А крысенок, говорит, еще живет. Говорит, молодец. Тебе надо эти крысы? Ну, я против. Мы за крысами не едем. Я же хочу 60-х уже. Ты же хочешь, я понял. Мне кажется, надо удавчика домой сюда. Надо купить тигровую. И тогда, я понял, раз в недельку крысоед будет уходить. Мы ее, может, взять в аренду удавчика. Ну, мы ее на месяц прокормим и все. И потом давай отдадим. Ты понимаешь, что это начинается? Ой, это надо убрать. Вот это, вот, а это, ну, что только вонь, я захожу, вроде бы в хлев, блин. Реально, запах же это из соломы. Ну, а что ж? Нет у нас есть запах, есть, есть. То свинка морская. Ну, корова, я же говорю. Ну, и запаха нету. Зачем ты? Я говорю, что... Я с улицы, постоянно с улицы захожу, никакого запаха нет. И батя бы уже своим носом чувствительным уже тут... Зачем эта свинка? В смысле? От я сколько живу, от столько у тебе ці свинки, криски, зачем мені надо? В смысле? Это что моя свинка? Ну ты странный, ты что не знаешь, чья это свинка? Это не моя свинка, она просто у меня... Просто живет в Славе Борисовне дома? Да, просто понял. Она у меня временно, пока понял. Этот коронавирус закончится. Это же не моя свинка, понятно. Все не мое.
однак все, не, все не твое, только жабка хочет, чтобы была твоя тут, да? Не, ну жабку тоже я могу забрать. Она мне будет украшать мой стол рабочий. В маленьком таком аквариуме тигровая лягушка там будет сидеть. Да. Возле компьютера. Где-нибудь там. Раньше кактусы можно было заводить. Пока заводила кактусы, пока батя не поколол все пальцы. Он там как-то неаккуратно поливал этот кактус. Ну при чем тут это, батя? Он батя взял и покололся. Вот это, и вот все. И кактусы да. В квартире. Опа! А и выкинул. Бурьяны то должны тут стоять. Вот именно, это самые красивые цветы. Они самые все время красивые. Цветут. Я же не покупаю себе букеты роз. А это что, ты пересадила, чи что? Да, в красивый горшок. Долларовое дерево. Да. Да? Батя его там одобряет. Сам. Я садил, я его сам пересадил. Бо ты пересадил? Уже, блядь, земля лезла вверху. Ага. У меня рука тяжелая, у меня не растет ничего. До солнца. Ага. А батя последний. А там же я бачу и маленький, щось попустило. Да, там вон еще есть три штучки. Прям ціле дерево. Як почне рости, потім поставити на общий коридор, на потолка. Ні, я на роботу віднесу, ти що, у нас там... Ти теж поставили, хто ж забрав. На роботі, да. Красота. Ви возили, ті ж дерева всі поданулися. Пальми такі, да. Оті винесли. Всі позабирали. Хай стоять красиво, стояли 10 чи 8, 10 этих, да? Ну да, так, а это общий коридор, мало ли кто туда может нагадить или что. Я тебе скажу, забрали, слава Богу. Забрали все. Забрали, слава Богу. Я ще вспомню, виставив, а, коробки, понял, повиставляв за двері, думаю, винесу-ка я на следующий день. Я відкриваю двері, нема коробок. Правильно. А, з-под чого? Що? З-под кросовок, там ще щось. А. Со стінки викидували. Стою, нема. Думаю, ну і хорошо. Правильно, люди в макулатуру здали. Що? Взяли, позабирали. Куди ж його те дерево в хаті тут держати? Да? Ну, це не мог. Ну, стояло там отут. Вот тут теж стояло. Тебе і стояло. Я не буду елочку конфетами наряжати. Они тяжелые. А елочку де поставиш? А тут поставлю. Сюда? Да. Или туда, в уголок. Ну, можеш сюда, де дерево було, сюди і поставити. А вона та елочка. Я сьогодні бачив, живі вже появились. Кто? На Мінську, а потім отут возле Сільпо. Да, я вчора теж з роботи йшла. Живі ёлочки. Понял. І маленькі, і великі. Ну, так правильно зараз беру, а потім взяв та й висадив, вона ж росте. Ні, ти не поняв, зрізані ёлки. То зачем? Ото є, що в цьому стояло. Я понял. Потім нормально, потім пішов туди і посадив. Ні, ну то, звісно, круто, живу ёлочку, да. А це такі вже. Чого круто? Ні, ну класно, жива ёлочка. Отут посади, може під окном посадити, де будемо наряжати. Пісок. А? Тут не виросте? Засохне. Чого це не виросте? А там на Багатирське, помніш, возле родника посадили, вони що там виросли, і макушечки отак от посрізали під Новий год. Ні, ну, і все, і вони розстались у такого розміру, ну, більше не виросли. Это. Я в селі теж зрізав вершки, три ёлки було. У людей то ли бідність, то ли що, так росло, так, брат. Да, да, ну, ёлку ставить, іскусственну їм поставить. Ну, це прийдеться кожен рік дежурить, щоб не зрізали верхушку. Ну, так, а на наступний год вже взяли їх і покрасили, краской облили, угу. Щоб уже ніхто... Какой-то такой краской, знаешь, что я еще так смотрела. Да не краска, она просто запах. Я никогда живую запах. Не ставила, у меня всегда искусственная. Угу. Мне жалко живую. Потому что в хату ты приносишь запах от той елки, вот что. Она дома приезжает, придет, же выкинет. А, если краска, да, да. Она же запах. Короче, да, краской пообливали, и вот тогда уже там новые посадили какие-то. Да. А те такие остались, они не выросли. Да я бачу, такие на Богатырской тоже елки посадили, там возле родника. И какие-то умники верхушки подрезали. Так вот это же я за это и говорю. И все, и нету елок. Ты там бачила, да? Да, это же я там смотрела. Кто-то посадил, постарался, красивые елочки. Какая-то наглая морда пришла, зрезала верхушку и все. А представь, выросли бы, как там хорошо сидеть. Да, и красиво было. У нас на работе растут две елки. Ну, это же не мое, ты понимаешь. Ну, да. Это же не... На территории растут две елки, там такая красота. Там и вороны тусуются, и воробьи тусуются. Короче, там... У нас яке, то що-небудь посадити, так нема кому. А якщо якесь виросте абрикоса, так... То зразу, да, зразу нападає, да. Ну що, Соломирис, напакуй. Давай. Пакуй. Печеньки. Все, тебе пакую. Буду йти. Що там у тебе на донышке? Нема там нічого.
Серега же будет взять. Не, я викинув вже. Як викинув, блін? Я викинув було в мусорку. То я не куру, то що? Йду унітази носити, бойлера стоїть піхті тут і воно. Я, виходить, прикинув, що батя должен бути ще десь посередині дороги. Ну, достав собі сигаретку, стою, курю біля під'їзду. І дивлюсь, коротше, іде призівав батя здалі. Я ж, коротше, хоп, викинув. На півдороги. Він підходить. Ти чо? Ти чо куриш? Та хури нам здоров'я, мені то що? А то починає. Я не курю, я не п'ю. Ні, ну я хочу покинути. Я ще й до дівчат не ходжу, скажи. До дівчат не ходиш? Ні. Блять. Вставай, говори. Не ходжу. Та можна ету. Що ти там вже шукаєш? А все, скільки літ починає до дівчат ходити? Може вже 31 вже буде? Я почав з 9 класу. А, ти з 9 класу почав ходити? Класу тобі давати, синок? Ні, спасибо. Та ж воно йому треба, забирай, хвати йому давати. Десь на базарі хай купи. У мене в морозилці є масло. Так. Коли тобі приснилося? Раз було. Да. Угу. Це, напевно, хорошо дав вже, тобі сніг вже йшов. Мені ще такий сон приснився. Ну я в баню, блін. Слава Борис, ти розбираєшся в снах? Да, що тебе приснилось? Що ви мене в тюрму посадили? Що? В тюрму посадили. Тебе приснилось? Да. За що? Та я не знаю за що, просто посадили. В тюрму? Угу. Казённий дом, що там приснилося? Да. Зараз Свята подумає, та перезвоню тобі. Та ні, може ти на телевидении підеш работать? Да, совсем. Это ж казённий дом приснився. Ой. Да, де ви от іменно, блядь, куди? Да, вибух. Де ви? Да, на телевидении. А що? Надо надіятися на лучше. Мені таке ніколи в житті не снилось. Мені приснилась тюрма, я був в шоці. Ти знаєш, мені іноді такі сни сняли. Я там був заключеним. Ага, може ви скандалили з Соней, вона говорила, визову поліцію. Ні? То там приснилось, что... Вот это, я понимаю, вызову полиции. Полиция должна заниматься другими делами, не ездить эти, блядь. Хоронил, блядь, успокаивать. А я головами толчу тут именно. Повыпрыгаю, тоді вже хай приїде, зафиксирує. Вот, да, начинаешь вот это. Полицию вызову. А чего ей вызывать? Хай головами там это, бьются вот именно. Не, все равно должен же быть какой-то порядок. Порядок. Угу. Ездите на разборки ваши до дому? Ой. Она жирается. Я хоть тем спокойно, что у меня сыночек, что его никто не поколотит. Ну, да, может, поколотят там слегка, Соня. Не подужает сильно. То меня не поколотит. А этот вот. Ой, капец. Что? Хорошо, что хоть не доча. Всему свои плюсы. Что там такое? Кися воюет. Кисюля. И что это такое? Мне звонят. Что это такое? Моя сладкая закрыла ее на балконе. Что там такое? Что там произошло? На балконе Кися закрыта была. Что? Моя сладкая, это она так кричит. Короче, закрыла кто-то на балконе, и она по стеклу лапами. А я думаю, что это за звук такий? Що за нею забули. Да. Вона так любить, коли її... Це батя, наверное, ходив курити і забув за неї. Ти да? Не я за яблуками ходила, вона за мною. А, це ти закрила, да. Ходила за яблуками. Я не побачила її. Ого, жирна вже така стала? Ні, не бери. Хорошо ти її кушаєш. Кормиш її хорошо. Не надо трогати. А як же, вона сама себе кормить. Да? Вона лишнє не їсть. Це кошка. Лишнє не їсть. Ну все, їжа тепер єсть. Да. Пару днів протягну. Потом, короче, прийду. Короче, я ж тебе такі вот такі штучки давала. Впало, мам. Мам, воно впало. Воно. Кофточка впала. Сейчас подниму, то мои эти... Что? Вот это еще положи. Тоже даешь? Да, ложи туда. Спасибо. Ой, манавки. Коли за едой можно потом приходить? А ну, потримай. А? Открой, пожалуйста. Оставлю. Коли можно будет приходить? Да. Ну, короче, як з'їм, то сразу прийду. Да. Позвониш. Все, батянь, пока. Ти ключі забрав?
Да, в кармане. Давай мусор выкину. Да я сама вынесу, не хочу, чтобы ты руки мазал. Да ничего страшного, у меня вся рука чистая. Иди, тебе еще в транспорт ехать. Давай, все, пока. Пока. Все, счастливо. Счастливо. Давай. Так ты поедешь со мной? Ну, побачим. Вот сюда надо. Батя будет ухаживать.